птицу превратились. Птички, птички, полетели! В минувшие выходные на площади старого города Темиртау состоялась благотворительная ярмарка, целью которой стал сбор средств на лечение маленькой жительницы города Дарьяны. Девочке поставлен диагноз «рак крови». Ей требуется дорогостоящее лечение, которое может вернуть ей здоровье и подарит полноценную жизнь. Девочку зовут Дарьяна, ей 2 года и 10 месяцев, она очень красивая, умная, шустрая девочка, жительница нашего старого города. Сегодня ярмарка, да, это не только продажи, но это и детская программа. А далее у нас будут певцы, народные певцы будут играть на домбре, поэтому это такая масштабная, интересная ярмарка, которая, наверное, первый раз в городе у нас проходит, и мы надеемся, что это будет уже на постоянной основе. На ярмарке местные жители представили широкий ассортимент товаров: детскую одежду, домашнюю выпечку, овощи, игрушки и многое другое. Каждый мог найти что-то для себя, одновременно внеся вклад в общее доброе дело. Жители города активно принимали участие в мероприятии, желая помочь семье Дарьяны. Мы продаем с моей подругой бисер. Это очень классно. Я думаю, то, что его купят. И поэтому думаю, что все купят. Я также продаю еще термомозаику, браслетики, колечки, все такое. Я узнала где-то после 1 сентября, даже, наверное, раньше, ну и начала все это делать. Поэтому я очень надеюсь, что Дарьяна выздоровеет. Дарьяна, мы с тобой. Все собранные на ярмарке средства будут направлены на лечение девочки. Организаторы выразили благодарность всем, кто поддержал акцию. Всех темиртауцев затронула эта история. Маленькой девочке 2 года и 10 месяцев. И мы, инициативная группа, решили провести эту ярмарку. По возможности пригласили всех предпринимателей нашего города, чтобы поучаствовали в нашей ярмарке и таким образом собрали денежные средства на лечение Дарьяны. Организация ярмарки прошла с помощью поддержки нашего акимата. Акимат очень сильно помог, даже начиная от предоставления территории и заканчивая предоставлениями развлекательной программы для детей. Подобные мероприятия надо организовывать не только в помощь Дарьяне, а всем больным и нуждающимся в лечении маленьких жителей нашего города. Мы за здоровье нашей нации. Для тех, кто не успел посетить ярмарку, была предоставлена возможность перевести средства на специальный банковский счет, открытый для помощи Дарьяне. Тугжан Сагимбекова, Жахангир Куанышбаев, Игорь Евстигнеев. Новости Темиртау.